Вот такой комментарий мне тут оставили под видео. О том, что у женщин всегда есть выбор, говорят, во-первых, сами женщины, потому что им выгодно, чтобы мы так думали. Если мужчина верит, что к женщине, которая с ним живет, стоит очередь из других мужчин, то это автоматически повышает ее ценность в его глазах до заоблачных высот. И женщина за то, что с ним находится, уже может требовать от него оплату, соразмерную своей мнимой ценности. А во-вторых, об этом говорят мужчины, которые не уверены в себе, потому что им как-то нужно оправдаться за то, что они унижаются перед женщиной. Они говорят так: если я не буду исполнять все ее хотелки, то она от меня уйдет, потому что к ней стоит очередь, а я себе больше никого не найду и останусь один. То есть, тем самым человек как бы снимает с себя вину за свое поведение и перекладывает ее на какие-то внешние обстоятельства непреодолимой силы. Только вот понимаете, в чем дело? Если к женщине и стоит очередь, то это очередь из мужчин, которые ей самой не нравятся, и с которыми она ни секса, ни отношений не хочет. Потому что если бы женщине был доступен мужчина, который лучше вас, то она не стала бы себя мучить и жить с вами. То есть вы – это самый лучший мужчина, на которого она может рассчитывать. И, кстати, очень часто бывает так, что сама женщина недостойна того мужчины, с которым она живет. Ребята, кучи.